Приветствую, дорогой зритель! Новый день, новая каточка в PUBG Mobile. Но сегодня не совсем каточка, сегодня моментики, так что новый видос. Здесь у нас самые быстрейшие сквад-вайпы в мире и... Бедные соседи этого парня, он там сейчас всю хату разнесет, но это было неплохо. Будет сортировочка, начиная от менее быстрых и заканчивая максимальнейше быстрыми. Ну, давайте поглядим. 8 минут 43 секунды. 8 секунд 43 сотых секунды. Ну да, минут как-то многовато. Неплохо, неплохо, но заметили, да? Это эмуляторщик. То есть здесь как бы немного нечестно сравнивать обычных игроков и челов на эмуляторе, поэтому, ну, неудивительно, что он, так сказать, в конце списка. Первого места ему бы не видать, даже если бы он сделал, ну ладно, если бы за секунду всех убил, тогда, конечно, да, но все равно заслуженно. Заслуженно какое-то девятое предпоследнее место. Как же приятно, когда на тебя челы сами вот так выбегают. А гляньте, по нему второй сквад стрелял, и он как бы все равно спрятался, сейчас отхилится, надеюсь, и второй сквад размотает. Но вот это было неплохо. Этот парень, он же только что нам показывал перформансы с шариком. 6 секунд. Ну, почти 7. Здесь, кстати, благодаря дропшоту зарешал. Какой же он эмоциональный, какой он крутой. Конечно же, друзья мои, хочу напомнить вам, что спонсором данного ролика является компания 1X. Самая надежная, самой широкой линии дисциплин. Если вы увлекаетесь спортом, киберспортом, хотите подогреть интерес от просмотра матчей, например, сейчас идет чемпионат мира в Катаре по футболу, можете попробовать себя там. И, конечно же, переходите по ссылке в закрепленном комментарии. По промокоду IROKES вы сможете получить до $520 бонусом. Всем желаю удачи, пусть ваши ставки заходят всегда максимально положительно. Ну и... вот на этого парня, я вам скажу честно, я бы не поставил. Как? Как это вообще возможно? Просто, гляньте, они его окружили, как какую-то новогоднюю елку, и при этом все равно накидывали. Ну это жесткач вообще просто. Как это произошло? Как его не убили? Непонятно, но... факт остается фактом. Ой, красиво осмосинки накинул. Я думаю, кстати, первое место будет чел, который просто одним спреем четверых забрал из тачки. Вот что-то мне подсказывает именно так. Ха-ха! Не, ну вот это бедные четыре парня, просто каждый в одну дверь забежал и получил по щам. Слушайте, а чего вот это за парень? Я его раньше никогда не видел, он походу жесткий какой-то. Надо почекать. Может, про него видос отдельно сделать? Да не. Вот это охренеть сейчас будет. Это, кстати, парень, похожий на Даксу. Видели, у него во время обычной даже, ну, обычного движения очень жестко трясся прицел. Похоже на то, что у этого месье крайне жестко выкручен гироскоп предыдущего. Да, я думаю, самый быстрый сквад вайп будет вот типа такого, только одним спреем с MG3. Вот. Почему-то я бы поставил именно на это. Раньше он за одним деревом размансил, как жестко. Нормально.
Гляньте, еще даже пару патронов осталось в магазине М-ки, чтобы хорошо себя почувствовать. Вау, вот типа такого, да, но все равно как бы чуть дольше, чем я рассчитывал, но уже, гляньте, из 5 секунд выходят люди, а это только половина всех моментов, то есть здесь сейчас, я так понимаю, нас ждет вообще просто какая-то нереальная жесть, так что готовимся. Кстати, никнейм у чела интересный. Ну не будем его. На него указывать. Даже сам не понял, гляньте. Стрелял еще, не понял, что все умерли, продолжает стрелять и такой вау. Файмбаба прочитал Файмбебра. Во-во-во-во, пошла движуха, давай-давай-давай-давай! Раскочегарился, хорош! Ой, это еще и топ-1, ля! 4.20, друзья мои, вот это Rolex, красавчик! Не, Настя закрысила! Он сказал, вот это как? Типа, что за член? Наскок, бади? Я не знаю, может быть, это у него награда такая, типа, знаете, что вот он сделал крутой момент, получает кок себе. И похоже, что это был очень хороший кок. Ладно, что мы не против. Это какая-то продвижуха. Вот чем не люблю спектаторов PUBG Mobile, спектакль мод, потому что вообще, ну ни хера не понятно, что произошло. Ну вот я ничего не понял. Вот так гораздо, по-моему, яснее. Если ты не понял, я тебе сейчас объясню, видимо, сказал вот этот парень. Во-во-во-во-во, пошел! Пошел, движ, хорош! Еще не умер. Вот это было просто мега. Вот этот момент пока что я считаю лучшим во всем видосе, потому что он еще и в тачку сел и поехал. Если бы можно было еще там, не знаю, помахать этим парнягам, он бы это сделал. Охренеть. Красиво. О, вот она. Вот здесь профессиональная катка, но уже от лица оппонента. Ну, точнее, от лица самого игрока. Нормально просто. Парни решили его запушить, но забыли про гранаты. Комментатор там, походу, родил. Ну, молодец, чё. А этот, наоборот, помер, слышали? Он крикнул, и у него, походу, сердце схватило. Тут вебки нет, он такой... А! Всё. А, не, живой, хорошо. Вот эти, они с комментатором два разных. Один тянет, а второй такой быстрый, такой... А! Всё, и конец. Хило. Оля, аниме вставочка какая-то прям пошла. А как так быстро? Что-то куда кончились хпшки? Походу что-то АКМ жёстче. Ой-ой-ой, минута 55. Ну, секунда 55. Вот это было реально быстро. Ну тут не считается, тут зона помогла, не-не-не-не-не, тут гляньте уже, все косаные, все засинька, это не в счет, так нельзя, это чит. Предыдущий секунда 55, на мой взгляд, лучший результат. Ага.
А тут не целый сквад, тут их не четверо, по-моему, было. Или четверо? Четверо. А, нихера себе, не, ну тогда вот этот финальный на секунду 50 вообще жесткий. Ну, друзья мои, мега топовые чуваки, надеюсь, вам видос понравился. Спасибо за просмотр. Напоминаю, что я стримлю на Твиче каждый день. Буду очень рад вас там всех видеть. Ссылочка есть в описании. Приходите. Буду ждать. Здоровья вам, добра, удачи. Ну и, конечно же, следующее видео уже совсем скоро.